Шисердзе наше зеркало помнит. Это богослужение посвящено целительству, целительское. Я он Яня. Pirmā vēstulē rakstīts 5.19. nodaļā rakstīts, ka visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Pirmā paslānī Jona Bogaslovas, glāvā 5. stīk 19. glasīt, mēs znājam, što mēs at Boga, i što visi mir ļižīt vās zlē. Jā, visa pasaule ir zem ļaunumā. Un mēs zinām, ka ir garīgā pasaule un ir fiziskā pasaule. Un mēs znājam, što esi mir duhovni, и что есть мир физический, плотский. Мы сопротам он знаем, как весь но родос но горига спасалось. Он до сад спогуляясь физическая спасалось, весь косе горига спасалось, это ты сад спогуляясь, но горига спасалось физическая спасалось. И мы знаем, что все происходит от мира духовного, но потом это все отражается на нашем физическом мире. Под думасом мусом вельмис материализуется. Даже наши мысли, наши желания, они рано или поздно все материализуются. Поэтому мы думаем позитивно, чтобы мы свою жизнь привлекли все лучшее. Поэтому мы должны мыслить позитивно, чтобы привлекать хорошее, положительное. Но именно вот, когда мы думаем негативно, мы привлекаем в свою жизнь демонов, ненавистных гадов. Если же мы будем мыслить негативно, мы как раз будем привлекать зло, будем привлекать злых духов и демонов. Но физическая пасаула и этаким пасаула, та и секу пасаула. Физический мир – это мир последствий, мир влияний. Висам, кас нотек физическая пасаула, та и секас, но гаригас пасаула. Потому что все, что происходит в физическом мире, это все последствия, результат духовного мира. Но физическая пасаула ятекмеяс на гаригас пасаула. Физический мир находится под влиянием духовного мира. Виска знаете физическая пасаула. Лабайс вай слитайс, таз ир сэкас, кас вай цэлунс там висам ир гаригая пасаула. И все, что мы получаем в нашем физическом мире, это все результат того, что было в нашем духовном мире. И плохое, и хорошее. Но виска пасаула. Garīgajā pasaulē. Cēlons tam, kāpēc tas tā notiek fiziskā pasaulē, viss ir meklējums garīgajā pasaulē. И причина наших духовных переживаний, физических переживаний, они все кроются только в нашем духовном мире. Tiešām viss šīs garīgās lietas, viss atspoguļojas fiziskajā materiālajā. Все наши духовные дела, как в зеркале, отражаются в нашем физическом мире. Jo garīgā pasaule, kā mēs zinām, ir neredzama, pareizi, neredzama. Духовный мир, как известно, не виден. Bet fiziskā ir redzama. А физически виден. Un, lai mēs visu to saprastu, mēs pirms parunāsim par ticību. И чтобы понять эти взаимосвязи, надо сначала поговорить о вере. Kas ir saistīta ar garīgo pasauli. Которая связана с духовным миром. Īstenībā, ziniet, ka visi cilvēki kaut kam tic, visi citi tic kaut kam. Все люди во что-то верят. Citi, piemēram, tic horoskopiem. Кто-то в гороскопы. Citi vienkārši mājiticība. Кто-то просто суеверен. Daži tic dažādiem talismaniem. Кто-то верит в талисманы. Citi dažādiem priekšmetiem. Другие какие-то предметы. Piemēram, melnam kaķim tic. Чёрную кошку. Kad pārškiem pār pa ielai. Kad būs nelājums. Citi tic lieldienu zaķim. Kto te vierit paskaļnava zaičika? Citi ar papārts ziedam jāņos. Da, a kto te vierit cvetok papārtnika bivānav dien, bivānavu noč? Citi zilniekiem, iet pēc zilniekiem tic zilniekiem. Kto te hodit gadalkam? Visi kaut kam tic. Все, каждый во что-то верит. Bet bez ticības Dievam mēs nevaram viņam patikt. Но без веры в Бога мы никогда не сможем ему понравиться. Jo ebrejiem 11:6 ir teikts, bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. В послании к евреям святого апостола Павла, глава 11, стих 6, сказано, а без веры угодить к Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и идущим Его воздает. Un arī tāpat Bībele mums mudina pārbaudīt, kam mēs ticam. Jo
Salamana pamācībās 14.15 ir rakstīts, nesaprātīgais visam tic, bet gudrais novēro un pārbauda savus soļus. И Библия нас тоже учит тому, что мы должны верить. В притчах Соломона, глава 14, стих 5, сказано, «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». Апостол Павел нам раста «Пārbaudiet visu, kas ir labs, un to paturiet». 1 Тесалоникийцам 5:21. В первом послании к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 5, стих 21, сказано «Все испытайте, хорошего держитесь». Как поверить в Бога? Как развить в себе вот эту веру в Бога, укрепить ее? Un Bībele par to mums saka, Romiešiem 10:17 ir rakstīts, ticība nāk no dzirdēšanas, bet dzirdētais caur Dievu vārdu. И Библия дает нам ответ словами апостола Павла в его послании к римлянам, глава 10, стих 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Tātad mums, lai mēs dabūtu ticību, mums ir jāklausās. Spredīti jāklausas svētumus, mums ir jālas Bībele, nu, tā mēs arī varam ceļam savu ticību attīstam. Итак, вера, она идет от того, что мы воспринимаем Слово Божие. Мы должны слушать проповеди, мы должны читать Библию, и это так, так таким образом мы обретем веру в Бога. Un Bībele arī mums saka, ticībai jānāk no sirds, jo Romiešiem 10:10 ir runāts, Jo ar sirds ticību panākama taisnība. Ar sirds ticību panākama. Mums jāticim no sirds. И Библия нас учит, что вера должна идти от сердца, как о том говорит апостол Павел в послании к римлянам, глава 10, стих 10. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Kas tad ir ticība? Что ж такое вера? Ebrejiem 11:1 rakstīts, ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām. Ответ на этот вопрос дает апостол Павел в послании к евреям, глава 11, стих 1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Mums jāsaprot. Ka no neredzamā rodas redzamās, pareizi? Мы должны понимать, о чём мы раньше об этом тоже говорили, что вера – это есть вера в невидимое. Tātad rakstīts ir Ebrejiem 11:3, jo ticībā mēs noprotam, ka pasaulē radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā ir cēlies redzamais. Об этом говорит апостол Павел в послании к евреям, глава 11, стих 3. Верою познаём, что веки – это годы, здесь, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Tātad mēs vispirms redzam šos neredzamos attēlus, ieraugam tos garīgām acīm, un par tā mēs domājam, un tas pēc tam materializējās. Es tā saprotu. Все происходит так, что сначала мы своими духовными глазами, своим духом, своей душой видим то, чего еще на самом деле нет, и чего мы не будем физически, и только потом это воплощается в физическое тело. Примером, когда я думаю про драудзи, я изтелю редзу хлебу драудзи, а даудз человеком. Когда я вижу свой приход духовными глазами, я вижу, что это большой приход, и много-много людей. Например, когда я думаю про машину, я порасти ирау ту машину, про кое свалось. Если я вижу машину духовными глазами, то только ту, которую я, о которой я мечтаю. Bet ir, piemēram, cilvēki, kas domā ļoti pieticīgi, un piemēram, viņi nevar iedomāties, ka viņiem būs kaut kas liels dzīvē, kaut kas
viņi kaut ko dzīvē sasniegs, un tāpēc arī viņi nevar neko sasniegt, tāpēc viņi domā ļoti pieticīgi un ierobežot savās domās. Но есть люди, которые мыслят очень ограниченно. Их духовное воображение очень слабое и скудное. Они не могут увидеть то, чего хотят достичь, и видят все каким-то маленьким, очень скромным, очень серым, и поэтому они в жизни тоже никогда ничего не могут достичь. Man, piemēram, tā bija, ka es dzīvoju padomu laikos, tā man likās, ka man bija, kad es tāds arī būšu tāds nabadziņš, nekur neko dzīvē nesasniegšu. Andris, например, думает, что так было с ним в советское время, когда он считал, что он ничего не добьется, что он такой маленький, никчемный, так и останется на всю жизнь. Tāpēc svarīgi cilvēkam redzēt arī un ieraudzīt lietas, lielākas lietas, un tā viņi vienkārši tā viņi jāsāk ticēt, un tas var dzīvē katram notikt. Поэтому очень важно научиться увидеть великое, поверить в это великое, и тогда это великое воплотится в жизни. Jo Svētais Gars mūsu dzīvē darbojas ar mūsu redzējumiem un mūsu attāliem, ko mēs redzam. Потому что Святой Дух в нашей жизни, Он действует через наше воображение, через те картины, которые может нарисовать наш ум. Jo Svētais Gars ir visradītājs. Потому что ведь Святой Дух – это создатель всего. Tātad ticība ir cerības pamatā, tā ir pārliecina par neredzamām lietām, Ebrejiem 11.1. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, что из невидимого произошло видимое. Да. Ко человек сагает, то он чарит дабус. Что человек ожидает, то он и получит. Mums vajadzīga šī pārliecība, spēja ieraudzīt to neredzamo, ieraudzīt tās lietas, par ko mēs vēlamies dzīvē sasniegt. Нам нужна уверенность, чтобы мы увидели то, чего хотим достичь своей жизни. Jo arī Dievs ir radījis visu, un neredzamā ir radījis redzamais. Ведь Бог тоже создал из невидимого видимое. Kā jau tu pirmīgi teici, Jāņa evaņģēlijā 1.1.3 ir rakstīts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un tas bija iesākumā pie Dieva, un savu viņa viss ir radījis, un bez viņa nekas nav radījis. Ибо, как сказано в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 1-3, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. У Колосиешем, первая нодаля, мы слышим, Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcels savu mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts ar viņu un uz viņu. Об этом же говорится в послании к Колоссянам святого апостола Павла, глава 1, стих 13-16. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царствие возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Итак, духовный мир, он первичен. И поэтому мы должны быть уверены в своей возможности победить и проклятие, и немощь, и зло. Будь мус пар святий, пар ласт. Весь ир открытс, но горигас. И будем ли мы благословенны или прокляты, и все это зависит только от нашего духовного мира.
mums būt veselībai vai slimībai. Быть нам во здравии или в болезни. Labklājībai vai nabadzībai. В благополучии или в бедноте. Priekam attiecībās vai sāpes pazaudēšanu, piemēram, šķiršanās laulību. Радости от взаимоотношений или в горе от разлуки. Jo daudz cilvēki cīnās ar sekām, neieraugot iemeslu, kāpēc tas tā ir noticis. Потому что многие люди, когда сталкиваются с негативным, они борются только с последствиями, пытаются устранить последствия, но не думают об их источнике. Piemēram, daudz cilvēku cenšas atbrīvoties no kādas smagas slimības, vēršas pie labākiem ārstiem. Например, люди, когда пытаются избавиться от болезни, они идут к врачам. Pērkas dārgākās zāles. Покупают лекарства. Iztērēs lielu bagātību. Тратят большие деньги. Viņi dara visu iespējamo un neiespējamo. Делают все возможное и невозможное, казалось бы. Bet dziedināšana kā nenāk, tā nenāk. Но исцеления как нет, так и нет. Un slimība apņem visu ķermeni un iznīcina cilvēku. И болезнь поглощает тело и уничтожает. Jo bieži vien šīs slimības ir neārstējamas un viņa lēnām turpina mūs nogalināt šīs slimības. Потому что болезни часто становятся неизлечимыми, и они тогда убивают нас. Kāds šodien, piemēram, vēlas laimīgu ģimenes dzīves un savā laulībā apsūdz tuvāko? Кто-то хочет, чтобы его брак стал более счастливым и в своих всех вот перипетиях брачных обвиняет своего ближнего. Он счирас откал виņš. Разводится. Un viņš sastopas atkal ar jaunu mīlestību un atkal precas. Un viņš domā, ka viss atkal būs savādāk nekā agrāk, bet vēl ātrāk viņš šķirās un nekas nemainās. Потом он встречает какую-то другую половину, думает, что теперь в жизни все изменится. Но ничего не происходит, и снова его ожидает разлука, развод. Un ģimenes dzīve pārvēršas ēlē, un atkal šķiršanās, un atkal patstāvīgs sāps, vilšanās, un vienkārši dienas. И снова разочарование, одиночество, и снова брак распадается. Un visskumjākais, ja šajās ģimenēs ir bērni. И самое печальное результат – это дети. Jo tie paliek bez vai nu bez tēva vai bez mātes. Которые остаются или без отца, или без матери. Un tad cilvēki domā, ka dzīvē nav nekāda jēga. Человек начинает думать, что в жизни нет никакого смысла. Un sāk veidot savu karjeru, piemēram. Тогда он бросается строить свою карьеру. Un cenšas būt bagāti. Зарабатывать деньги. Bet atkal nekas neizdodas. И опять у него ничего не получается. Un sāk atkal neveiksmi pēc neveiksmes. То есть у его преследуют неудачи во всех начинаниях. Tad viņi atkal nepieņem darbā kaut cita kā. Он теряет работу и не находит новую. Un ja atrod darbu, grib strādāt, atkal neizmaksā darbā. А если находит, то там появляются проблемы с зарплатой. Un ja grib atvērt savu biznesu, tad atkal apkrāp viņu tie partneri, biznesa partneri, paņem uz parādu un nedod viņam, piemēram. А если хочет открыть свой бизнес, то он сталкивается с нечестностью партнеров, которые обманывают его именно в вопросе денег. Jā, un cits atkal iegādājas, piemēram, dāru mašīnu un uz kredītu un sasit to. Кто-то покупает машину в кредит, дорогую, большую, и разбивает ее. Nopērk dzīvokli un iegādājas jaunas mēbeles un aplaupiņu. Он покупает квартиру, дорогую мебель, дорогие вещи, un cilvēki, jā, un cilvēki pieliek daudz pūļu, mēģina kaut ko dzīvē panākt, bet nekas viņiem neizdodas. Человек бьется, как рыба о лед, чтобы изменить что-то в жизни, но ничего не происходит. Un viņš analizē cēloņu, strādā pie sekām, mēģina saprast, kur viņš ir kļūdījies. И тогда он начинает искать причину и анализировать последствия, чтобы понять, где же он оступился. Kāpēc visi gājas tādā nepareizā virzienā? Kāpēc tā notiek? Почему все пошло не так, как ему хотелось? Kāpēc visi ir tādās nepareizās slēdās? Почему все его, на его пути все ему доставляет разочарование? Un cilvēki uzdod sev jautājumus un cenšas atrast atbildes fiziskajā pasaulē. И человек начинает, но человек при этом пытается найти причину, ответ
только в физическом мире. Мэгин ценчас искадот висс невейксмс, примером, ар арио апстаку, за арио апстаку помог. И объясняет он, пытается найти объяснение только внешними обстоятельствами. Висс глобала, висс пазалас кризы, примером, ну, глобальным кризисом, например. Политика слипта, медицина, примером. Плохой медициной, там, ошибками в политике. Непилный голос ликум. Да, несовершенством законов. Бет патеси виртада. Ka viss, kā pasaule, tā tik ir ietekme pasaule, tā ir seka pasaule. Но истина в том, что физический мир – это только мир последствий. Un cilvēks, kas cīnās ar sekām, nekad neiegūs vēlamo. И тот человек, который борется с последствиями, никогда ничего не добьется. Viņš nekad neiegūs vēlamo, neiegūs to, ko viņš vēlās. Viņš nekad neredzēs savas sapnes piepildītas. Он никогда не достигнет желаемого, никогда не увидит свои мечты воплощенными в реальность. Jo viņa dzīve būs kā zedre, tumša josla un kāda gaisma iespīdēs tikai pateicoties milzīgām pūlēm. И жизнь его превратится вот в узор шкуры зебры. Черная полоса, а потом узенькая светлая полоса, и только благодаря тому, что он прилагает неимоверные усилия к этому. А потом снова тьма. И все это превращается в такой мрачный заколдованный круг. Но мы не должны бороться с последствиями. Мы должны найти причину и устранить ее. Это целое горькое пасало. А причина в духовном мире. Я и прошлой неделе был айсбраутс, то есть там рекрутация центр зила круста, он от человека рунает, рунает человека, у вини, вини вари висать не вексом, он не вексиве, он та, падас вис не идет, он с ним тейц, как это все целое немеклое горькое пасало. Андрес на прошлой неделе побывал у обитателей приюта Голубого Синего Креста и разговаривал с ними, выслушивал их истории и пытался им объяснить, что всю причину их несчастий надо искать именно в духовном мире. Un uzlīt slāsts un apzināt dzīvē izdarīt slāsts, kas ietekmē viņu dzīvi. Andris предположил, что возможно в жизни есть какое-то проклятие, которое идет еще от предков, а возможно от более близких людей, это проклятие испортило и искалечило их жизнь. Un tāpēc mums ir jāsaprot, no kurienes ir cēlies tās neveiksmes. Мы должны найти причину, источник этих бед и несчастий. Узинуто цело, мы сварим, а то цело, но то цело на те, где салости есть, где свада, то весь он пара, то швид, то невексим, швид, салады. Имен злока, и у меня все вари, мекле, но цело, но коинсис, но коинсис ослинус. Айга тоже ищет причину. От чего она заболела, от чего ее поразило это несчастье? Un viens no varbūt ir viena, ka viņai bailīgās bijis, bailīgās, un es saslimā no bailēm. И одна из вероятных причин – это страх, который в какой-то момент взял над ней власть. Это дух страха. Un to, no kurienes mēs dabūjuši esam šo lāstu. Мы сварам открыт и новость единого святого гора полезить, правильно? И добраться до истины, откуда берется вот это проклятие, мы то можем только силой Святого Духа. Когда я пишу о зилах Христа, мне это свирец говорит, как я могу знать, но куриц мне это сейчас, ну, он же сапает, что у него есть какой-то слава, но я как я могу знать, но куриц мне это, с ним говорит, ну, у него есть отношения с Святого Гора, и Святого Гора единого может открыть. Vai arī kāds mācītājs var par tevi būt, tu izstāstīt savu dzīves stāstu, viņam atklāt, viņam no kurienes tas ir, viņam izstāstīt. Да, возможно, у меня в жизни есть какое-то проклятие, но как я могу знать, кто на меня наложил и что было причиной этого проклятия? И Андрес ему объяснил, что только вера в Святого Духа, как бы сотрудничество со Святым Духом,
может помочь ему открыть эту истину. Или же молитва священника. Если священнику открыть сердце, открыть свою жизнь, то священник своими молитвами может устранить это зло. Только так, когда мы отклассим, на куриц у нас есть шислас, мы с ним не варим салаусы, если свадьба, только так мы свадьба. Только найдя корень зла, мы можем его вырвать. Un tikai tad mūsu dzīve pārvērtīsies. И тогда наша жизнь изменится. Un izlasīsim no Bībeles, tagad izlasīsim drusi no Bībeles. 17. Nodaļa, 14. 21. pāns. Jā. Un tur rakstīts no 14. pānta rakstīts. Un pie viņa atnāca viens cilvēks un metās viņa priekšā ceļos. Un sacīja, kungs apžēlojies par manu dēlu. Viņš ir mēnesisēdzīgs, un viņam daudz jācieš, jo viņš krīt ugunī un bieži ūdenī. Un es to atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nevarēja dziedināt. Un viņš stāsta, tas cilvēks. Bet Jēzus atbildē un sacīja, ak tu neticīgā un samaitātā cilvēks, cik ilgi es vēl būšu pie jums, cik ilgi es jūs vēl panesīšu, vediet man to šurp. Un Jēzus viņu apdraudēja, un ļaunais gars izgāja no viņa. Un zēns kļuva vesels tam pašā stundā. Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņam nevarējām izdzīt no šī cilvēka. Bet Jēzus tiem sacīja, jūsu mazticības dēļ, jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepu graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam pārcelties no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Un tālāk viņš vēl arī saka, bet šī sugara neiziet citādi, kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. В Евангелии от Матфея вот про это источник зла и исцеление от зла говорится, глава 17, стих 14-21. Когда пришли они к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колено, сказал, Господи, помилуй сына моего, ибо он в новолуние беснуется, тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, но они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него. И отрок исцелился в тот же час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и оно перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Как мы видим, человек изгарший сляуном сада, сляуный изгарсвич любоваться. То есть из человека вышел злой дух, человек исцелился. Tātad katram cilvēkam, nevis katram, bet daudziem cilvēkiem var būt šis kaut kāds lāsts uzlīts, vai kas tas jaunais gars varbūt iemājies un viņu vajag izdzīt no to cilvēku. Tad viņš kūs vesels. Вполне возможно, что страдающему страдающего человека с причиной этого является какой-то злой дух, который когда-то где-то поселился в нем, человек об этом даже не подозревает. И только изгнав этого духа, можно исцелиться. Tātad mēs saprotam, ka garīgā pasaule reāli eksistē, un ka visas cēloņas mēs varam meklēt garīgajā pasaulē. Cēloņas ir visam. И убеждает нас в том, что духовный мир, он реален. И только исцелив духовный мир, мы можем стать здоровыми физически. Ja, piemēram, cilvēks garīgā pasaulē ir svētīts, tad arī fiziskā pasaulē viņam viss izdosies. No tā, kad cilvēks... Если человек благословен в своем духовном мире, то и в физическом мире у него все получится. Un katru dienu viņam atnesīs prieku,
Un viņa sapņi un vēlmes tiks viss piepildīts. И каждый день будет нести ему радость осуществления его мечты и желаний. Bija cilvēks garīgā pasaulē nolādēts, tad arī fiziskajā pasaulē viņam nekas neizdosies. Однако проклятие в духовном мире делает невозможным какие-то положительные события в физическом мире. Un arī fiziskā pasaulē viņam būs pastāvīgs nepatikšanas, ciešanas, apjukums, vienmēr problēmas, neapmierinātības. Всегда у него будет недовольство, проблемы. Никогда у него ничего не будет получаться так, как хотелось. Būs neapmierināts ar sevi un ar visu, kas apkārt. Он будет недоволен и сам собой, и всем окружающим. Es to esmu novērojis arī savā dzīvē, ka mani nolādē tantiņa, ka es biju maziņš bērns, man nolādē viņa tantiņa. Andrejs тоже он испытал в жизни его когда-то прокляла одна тётушка. Es spēlējos ar cālīšu, tur sētā, kur mamma man strādāja, tur bija tāda lauka sēta un spēlējos ar maziem cālīšiem un nejauši vien cālīti nospieda un tā. Он играл с цыплятами во дворе, где мама его работала. Ну и случайно от одного цыпленка, ну, придавил, придушил. Un tā tante izspiena ārā no dzīvokļa, un tante, kam te cēlīši bija, man nolādēja vārdiem nosauc kaut to nospērākt, un tā tālāk. И словами женщины, которые принадлежали эти цыплята, Андрейса, ребенка совсем еще, она сказала, вот, пожелала ему того, что он сделал с этим. Un man sākās nelājumi vien pēc otru. И тогда его стали преследовать несчастье одно за другим. Un tā sētā, kur šī tante dzīvo, šī ļaunā tante, kas nu tur lādēja cilvēks, un tā, tur visi tie cilvēki, jauni cilvēki, kas apmēr viens pēc otru tieši tam ir sētā. И причем самое интересное, что в этом хозяйстве, где жила эта женщина, которая могла проклясть человека, там молодые люди долго не жили, они умирали один за другим. Un tā, tas ir, kad var uzlikt lāsts, cilvēks var uzlikt lāsts, tas ir viens no veidiem, no ko mums var rasties kaut kādas problēmas dzīvē, ka var uzlikt kāds tev lāsts. Да, человек может наложить проклятие на другого. Bet var arī pats savā dzīvē iemantot kaut kādas lāsts. Но ты и сам можешь заслужить это проклятие. Jo es zinu vienu gadījumu, tā, nu, negribās, sakot, viņu daudz stāstīt, un viss, bet es zinu, ka viens vīrietis ar nesteikšu vārds un tādu internetā, kā klausieties cilvēki, ka viņi pārkāpa laulību, tas vīrietis pārkāpa laulības, ja precēt sievieti pārkāpa laulību. No, однажды в интернете была история про человека, который изменил. Не интересно, это среди дзиви. А, в жизни это было, да, как человека, который изменил своей жене, замужней женщиной. Он es pēc tam notikļu ļoti lielu nelēmšu cilvēku ģimenes dzīvē. И потом в его семье произошло большое несчастье. Jā, viņa bērns nokrita no pacēlāja. Его ребенок упал с подъемника и разбился. Un es domāju, tas ir iemesls, kāpēc tā arī notika. Ну, и скорее всего, именно измена послужила причиной этих несчастий в жизни. Un kādai sievietei, es zinu, bija trīs bērni. Nu, pazīstamais sievietei, kas tur netālu no mums dzīvē, tam ir vietā, kur es dzīvoju stendē, tādā vietā, tur viņai bija trīs bērni. Nu, un gada laikā visi trīs aizgāja bojā, gada laikā visi trīs. И еще была одна женщина, у которой в течение года погибло трое детей. Viens bērns noslīka. Один утонул. Viens dienestā, nelaimes gadījumā aizgāja bojā. Один во время военной службы. Un meitene gāja uz skolu, viņai vēl meitiņa bija palikusi vēl pēdējā dzīve, gāja uz skolu, un bija vētri pa nakti, vējš stiprs, un elektrības stāps nogāzās. Un visi bērni aizgāja garām, un viņi gāja un uzkāpa uz to vādu, un nosit elektrības. И последняя оставшаяся живая девочка, шла в школу после бури и наступила случайно на оголенный электрический провод. У мамы все правда. И мать сошла с ума. Она лично, ну, они, мая, говорит, все его сделали. Да, и попала в больницу психиатрическую. То есть, смотрел, как ты, это все какой-то лаз. Это страна, ну, как бы, цитин, это не надо, это цитин. Это все какой-то лаз. Скорее всего, это все было не случайно. Это был результат какого-то проклятия. Un tāpat man bija draugs tāds, nu, bērnīgs draugs, un viņa mamma nomira no vēzi, kad viņš mācījās trešajā klasē,
Un tētis viņu nomira viņam, ka viņš mācās puisi 7. klasē. У одного из друзей Андриса еще в детстве мама умерла от рака, когда он был в 3. классе, а папа, когда мальчик был, пошел в 7. классе. Un pēc tam brālim norāva roku, un viņš pazuda mežā. Брату оторвало руку, он пропал в лесу. Un pats viņš aizgāja bojās, viņš aizgāja gulēt, un aizgriez to šīberi kaut kā pātri ciet, nebija izdegusi tā krāsniņa, bija malks apkur. Un nosmaka tvani dūmos pats. А сам погиб во сне от угарного газа, поскольку не вовремя закрыл воздухопровод. Он весь обмер, говорит, а через газ отсматривается. И все это произошло где-то возле 40 лет. Tad mēs redzam, ka tas tāpat nenotiek, ka tur ir atkal kāds lāsts, kāds ir garīgā pasaulē, ar to viss ir saistīts kaut kas. Скорее всего, это все не происходит само собой, не случайно. Там, наверное, действует кем-то когда-то наложенное проклятие. Vai tie ir paaudžu lāsti? Или это поколение, из поколения в поколение передаваемое проклятие? Vai tie ir kādu uzlikt lāsti? Или это в последнее время наложенное проклятие. И он сам стал причиной того, что на него наложили это проклятие. Или оккультистам, или дзирдникам, зилникам, это тоже веицина пальму зимой. Например, проклятие, человек может быть проклят за посещение оккультистов, гадалок, шаманов, целителей. Bet mēs zinām, ka Dievam ir īpaši cilvēki, kurus viņš lieto. Un kad svētais gars darbojas caur šiem cilvēkiem un notiek caur šiem cilvēkiem brīnumu un zīmes, un svētā gara spēkā šiem nelaimīgiem cilvēkiem ir šie lāsti, un kam ir dzīvē šīs neveiksmes dzīve, kad mēs par viņiem lūdzam šiem cilvēkiem, tad šis cilvēks, kas par viņu lūdz, ja viņš ir pieņem sirdī Jēzu un ja svētais gars ir viņa, kad viņš var, kad Dievs viņu var lietot un viņš var šo lāstu izzīt no tā cilvēka kārā un salauz to lāstu. Но мы знаем, что есть люди, которым дана от Бога особая сила. Сила исцелять, сила прощать и сила молиться. И если эти люди, которых использует Бог, которых Бог посылает к другим людям, если он начинает молиться, просить за проклятых людей, только тогда вот этот человек может исцелиться и снять с себя проклятие. Bet mēs zinām, ka ir arī, ka vēlnam ir savi cilvēki. Pareiz, vēlnam arī savi cilvēki. Но у дьявола тоже есть свои люди. Es arī, kad biju tāds pusaudzis, es nezināju, viss šīs garīgās pasaules likums un viss šīs, un nebija ticīgs, es Dievam neticēju, un es gāju pie dziednieces, es gāju pie dziednieces. Например, в молодости Андрис тоже, не зная об этом, не зная о возможных последствиях, ходил к целителям. Man niezēja ļoti muguri īstenībā, ļoti niezēja muguri, un kas jās muguri niezēja, zinu. Un es aizgāju pie dziednieces, viņa kaut ko tur būrās, tur uzlika, man es nezinu rokas uz muguras, un man pārgāja tā muguras. У Андриса появилась проблема, зуд в спине. И чтобы избавиться от этого зуда, неприятного и изнуряющего, он пошел к целительнице, которая какими-то манипуляциями освободила его от напасти. Вы ему не давали цукру, кого отлить, но лика сал, тракайся так мая, так она дала какой-то сахар еще с собой, соль заговоренную, которую надо было там рассыпать вокруг дома. Но лика сказал, весь день это бы слабее, он когда я сам съеденался, весь бы слабее, бед израдясь. Ka man palika sliktāk citā jomā. Но оказалось, и Андрис действительно поверил, что вот наконец-то избавившись от этого зуда, у него всю жизнь пойдет так, как надо. Но проблемы появились еще более сложные, чем вот этот зуд, и все в жизни пошло по-другому. Mana ģimene tika izpostīta, un man dvēsā pilnīgi izrādīja, un es gandrīz sajūtu prātā, un gandrīz aizgāju bojā. Была разрушена семья после этого посещения целительницы, и вообще вся жизнь пошла
не на те рельсы, куда надо было. И вообще казалось, что единственное, что может избавить, это только лишение жизни. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka garīgā pasaulē viens un tas pats galvenais, tas ir Jēzus Kristus garīgā pasaulē. Поэтому мы должны понимать, что в духовном мире самое главное, единственная возможность, кому обращаться за исцелением, это Иисус Христос. Un Bībele saka, Jāņa 8:14, ka vēlns ir melis un melu tēvs. В Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 44, сказано: «Ваш отец – дьявол, ибо он лжец и отец лжи». Но вэлнс ir nācis, lai zaktu, nokautātu un nomaitātu. Es turpretīm esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīves pārpilnība, Jēzus teica. Иисус говорит: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Jā, jūs agri snākamīgi, lai zaktu nokautu nomaitāt, bet esmu nācis, ja es teicu, lai jūs būtu dzīvība un pārpilnība. Pareizi? Tāpat man vienreiz izgāja, es vēl vienu gadījumu izstāstīšu. Es aizgāju pie dziednieka. Pie dziednieka, kad es vēlreiz pie dziednieka aizgāju. Man bija egzēma uz sejas, egzēma. Nu, ritīga egzēma, nu, savu sādu tādu. Un visai tādu plankumi, sarkanu plankumi sejas metās. Un es tagad domāju, nu kā lai tik vēl aizsēdēt, es nebiju arī ar Dievu, es aizgāju pie dziednieka. Un viņš man iedeva taukus, cūku taukus, un liks atsmērēt. Viņš tur novārdoja tos taukus kaut kā tur, es nezinu, ko viņš tur darīja. Es samaksāju naudiņu tur, cik tur 20 plātus vai cik, es neatceros. Tā precīzi tāds summa. Un viņš novārdoja un iedomājas, un es smērēju tos taukus, un man pārgāja tās. Nu, šo, Andris, pirmie opet. Целителем его не научил до конца, и он решил еще раз обратиться к целителям. Но причина была действительно серьезная. Это экзема на лице, которая... И вид некрасивый, и физически она ему мешала. Поэтому он обратился к целителю, который обещал помочь. За деньги, конечно, Андрес ему заплатил там 20 латов или еще сколько-то. И за это ему целитель дал заговоренный свиной жир, который надо было, свиное сало, свиной жир, который надо было мазать, которым надо было мазать эти пятна, и пятна на лице, да, прошли. Un pēc tam, kad tie tauki man beidzās, zin, tad tādi burciņi bija tauki, ja mēs visu laiku smērēju, man pārgāja tā. Un kad tie tauki beidzās, tad pēc laika atkal tas iekājas jums kaut kā parādies. Но когда этот жир свиной закончился, то экзема вернулась. А тот дзиednieks, es nekur vairs nevarēju atrast, vai es atzinu. Но этого целителя уже нигде нельзя было найти. Ну, не знаю, но курент еще хоть отбрался, ведь бы... Неизвестно, откуда он приехал и куда уехал. Вот тогда спанее, но пек таук свека. Андрис тогда сам купил свиное сало. Не, гавайс пек дзиednieks, но пек таукус, он смерил, он экзема, он экзема парка. Растопил и прошло, и прошла экзема. Un pēc tam mēs bija draudzē, tur Kristus pasaulē draudzē, tāda draudzē Kristus pasaulē, vēlāk jau bija ticīgs cilvēks, kas bija draudzē. Vienam puikam bija ļoti liela egzēma, šeit uz rokas tāda, visa egzēma bija roka, tāda egzēma, Emīlās, jā. Viņam bija egzēma, un viss tur lūdza un lūdza, nekā nepāriet tā egzēma, viņam tur ir tik tā roka. Es viņam teicu, uzsmērē cūku taukus. Jā, es viņam teicu, uzsmērē cūku taukus. Un viņš uzsmērē un pārgādē taukus. Jā, padomā, Andris сам попробовал этот способ на других. Он посещал один приход, где мальчик тоже страдал от экземы на руке, и за него молились, и за него просили, и ничего не помогало. И Андрис ему посоветовал, да помажь ты свиным жиром. Pamazam, jau prašo. Nevajag iet pie dziedniekiem, bet vajag gudrību. Vienkārši ir lietas, kas palīdz. Kaut kāds dabas veltas vai kaut kāds... То есть не надо ходить к целителям, а надо просто знать действия природы и всяких природных веществ. Достаточно иногда самому понять причину, чем ты можешь исцелиться. Tāpēc man arī vēl citi gadījumi man bija, kad es biju narkomāns, es tur iespricēju no šito... Netīrums iespicēt teiziem ādus, un man sāk augt roku, un šitāda esna roka, šitāda bija, un man gribēja noņemt roku. Visa zila bija tā roka. В тот период, когда Андрес употреблял наркотические вещества, однажды, ну, заражение крови случилось, поскольку грязно, с грязными инструментами, и рука
онемела, распухла, и врачи хотели ампутировать руку. Он ведь так, руку вызначили. Он не знает, он саперит, он сейбрал в слимницу. Сейбрал в слимницу. Un cilvēki sāk runāt, man visāds līdz, ka tā esi droze. A baļnīce, pakā un ždal prijumu račā? Nē, es biju slimnīcā. Es biju slimnīcā, es vienkārši gaidu. Es tā nezināju to īsti, kāpēc. Baļnīce врачи тоже не могли определить, но нашлись люди, которые сказали, что это просто рожа. Роза, роза. Рожа. Рожа? Рожа. Un ne, bet es atkal nezināju dienu, ko es atkal pie tāntiņas devos. Pie, jo un apēc atpravilsa kķotuškiem. Un aizgāju pie tāntiņas. Viņi man sazīmē kaut kāds krustus, tur kaut kāds satins zilas lapas, tur kaut kāds tur sazīmē krustus, to vietu saliet, tur tāds papīrs, kaut ko būros tur. Un es atbraucu atpakaļ uz slimnīcu, un man vēl sliktāk palika, es tur padīkšu. No, tētuška tam narisavala kristi, abirnula ruku sīņi bumāgi, kā apušanai te dielīca. И Андрис вернулся в больницу, но ему стало еще хуже. Он ашти, бет ашти, редзей, ка ну, некас ман лабар не палек, он ньена, а он тайся операции. И тогда врачи стали решились на операцию, но без ампутации. Я, он вини пааргриез, реку трия света, шет пааргриез, та, он изгай, шита весел сларом, зар нетирвим, ар струта, мара, венкарш, ну, и достаточно было только разрезать в нескольких местах руку, чтобы все нечистоты из руки вышли. Он рук полегался. И рука исцелилась. Не вайзе, это тандиня, но резем, но и будри, как мы будем весом. То есть иногда можно помыслить рационально, а не ходить к шептуньям и знахаркам. Bet daudzreiz kristiešiem, arī kristiešiem ir tā, ka viņi ir nākuši jau pie Jēzus, bet viņiem ir iekšā kaut kādi, viņi nav pilnīgi brīvi no lāstiem, arī kristieši nav daudz brīvi no lāstiem. No, есть и люди, которые живут во Христе, которые считаются христианами, однако у них нет полной уверенности в этой вере, потому что они не смогли избавиться от этого проклятия. Un tad arī, kad mēs atzīmstam no Dievu, atzīmstam no Dievu gara, un mums ir jauns gars, un mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu, mūsu piepildi svētais gars mūsu dzīvi, un mēs savienojamies ar svēto garu, bet mums arī vajag tomēr iekšē bieži vien šī individuāla atbrīvošana. Да, мы можем иногда поверить Богом, мы можем воссоединиться со Святым Духом, и как бы внутренне очиститься, но тем не менее у нас нет внутреннего освобождения от этого проклятия, индивидуального, личного освобождения. Jo, es kad biju arī koledžā, kad es biju Ukrainā koledžā, tur Kijevā, es redzēju, ka ļoti daudz kristieši tikai privat no jauniem gariem. И в этом убедился Андрис во время посещения колледжа в Киеве, где он видел, как христиан избавляют от злых духов. Он то мы сори разом из цаур Библии, когда есть, лай, ну дал человек, лай тату зелена, фин тик отбривать, но но яунем гарем. Об этом мы узнаем из Библии, что для исцеления людей изгоняются злые духи, нечистые духи. Jūs neesat ievērojuši, ka Jēzus nekur nelūdza par cilvēkiem, nelūdza par dziedināšanu. Tēvu, lai tēvs dziedina, nekur viņš tā nelūdza. Вы не заметили, что нигде у нас нет свидетельства о том, что Иисус просил кого-то отца своего об исцелении? Viņš vienkārši pavēlēja slimībai, atkāpties, pavēlēja ļaunam garam iziet ārā. Он просто повелевал болезни отойти, повелевал злому духу изыди. Я еще бежен не считается, если снимаем, что если весел, значит, как же потеть. Повелевал больному быть здоровым. Значит, не, там не лезет, бивер никуда не лезет, я есть против снимаем, да, не лезет, так там ардаю рингем, скажите, вот, я им хочу. Никогда ни с какими словами он не обращался к своему отцу о возможности кого-то исцелить с просьбой. Он никого не просил. Jo, Jēzus vienkārši pavēlēja slimībām, slimība atkāpās. Потому что он просто говорил болезни уйти, и болезнь отходила. Viņš uzlika rokas slimajiem, un bieži vien teica, ej, esi dziedināts. Он очень часто бывало так, что он просто налагал руки на больного человека и говорил, встань, иди,
и будь здоровым. Un, ja es pavēlēju ļaunam garam, un tie atstāj cilvēks, un tie kļuva veseli, kā mēs zinām. Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». Об этом мы узнаем из Евангелия Марка. Jā, Marka 5:8 rakstīts: «Izei, tu nešķīstais garš no tā cilvēka». Jā. Jēzus nelūdza ļaunam garam, lai tas atstāj šo cilvēku, bet pavēlēja viņam, lai viņš atstāja cilvēku. Итак, Иисус не просил, а повелевал бесу, чтобы тот оставил человека. Tieši otrādi, tas ļaunais gars lūdzās, lai viņu nedzen ārā. Nav tā tur. А злой дух уже начинал как бы просить, чтобы его не изгоняли. Jā, tieši otrādi. Jo Jēzus, kā mēs zinām, ir vakar, šodien tas pats un mūžīgi. Поскольку Иисус, как мы знаем, он был вчера, сегодня и во веки веков тот же. Un Jēzus ir mūsu paraugs. Иисус наш пример, тот, на кого мы должны равняться. Un šodien mums Jēzus ir Devs svēto garu. И сегодня и всегда Иисус Христос дарует нам Святого Духа. Kas īstenībā ir neierobežots Jēzus. Который, в принципе, не ограничен. Он всюду и везде. Jo Jēzus teica saviem mācekļiem, un arī mums šodien viņš saka, jūs darīsiet tās lietas, ko esam vēl lielākas. Pareizi. Jo Jāņa evaņģēlijā 4:12 rakstīts ir, paties, paties, es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noejmu pie Tēva. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 12, говорится, истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. То есть Иисус нам дает большую силу, чем ту, которой обладает Он, если мы поверим в Него. Un šodien ir svētais gars, kura spēks svētījums caur mums darbojas. Нас посещает Святой Дух, и сила Его начинает действовать, вот благословенная сила Его начинает действовать и руководить нами. Un kur ir svētais gars, tur ir tā kunga godība. И там, где Святой Дух, там и Господь пребывает. Un tas bija arī viss, ko es gribēju šodien pateikt, vai jūs kaut ko sapratāt vai nesapratāt. Es domāju, ka sapratāt. И это все, что хотел Андрис вам сегодня изложить. Надеется, что вы... Un ja kāds šodien vēl nav pieņēmis Jēzus savā sirdī, ja kāds cilvēks nav pieņēmis, viņš var izdarīt to tagad, šodien taisīt. И если кто-то еще не принял Иисуса в свое сердце, он может сделать это прямо сегодня, сейчас. Jo Jēzus mums vienīgais, kas mums īstenībā var palīdzēt. Потому что Иисус – это единственное, что может нам помочь. Svētais gars, kas šodien. Святой Дух, который пребывает с нами всегда и везде. Tāpēc mēs tātad skatīsim grēku nožēlas lūkšanu, un jūs vienkārši atkārtojiet, lai piedzimt cilvēks no augšanas, lai piedzimt atzimt no Dieva gara, vienkārši cilvēkam jāpieņem sirdī Jēzus Kristus, jānožēlo grēku, jāpieņem Jēzus Kristus. Поэтому сейчас мы будем читать молитву об искуплении грехов, а вы просто должны повторять слова за Андерсом. Jo Bībelē rakstīts, ka grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Jēzus Kristus. Потому что в Библии говорится, что за свои грехи мы расплачиваемся смертью, а за веру Иисуса Христа дарует нам жизнь вечную. Un ik viens, kas piesaucās ar kungu vārdu, tiek izglābts. Каждый, который славит имя Господа, он будет спасен. Bet arī Bībelē teica, ja tu ar savu sirdi ticēsi, un ar mutā apliecinās, tad tu tiks glābts. И в Библии говорится, что если ты устами будешь, если сердцем будешь верить, а устами благословлять Господа, ты будешь спасен. Tāpēc es ticu, ka mēs katrs no šajien aiziesim, kas arī nav atzīmes no Dieva gara, piedzīmes no augšanas, šodien piedzīmes no augšanas. Поэтому я верю, что каждый из нас сегодня будет спасен высшими силами. Arī tie, kas klausās internetā, skatās, arī var skatīt līdz grēku nožēlas lūkšanu un var pieņemt sirdī Jēzus Kristu, nožēlot grēkus un pieņemt sirdī Jēzus Kristu. И те, которые смотрят по интернету, тоже могут покаяться в своих грехах и принять Христа в своем сердце.
Un tad viss dzīve mums ir mainīsies. И жизнь наша изменится. Un valsts tiks salauzt. Тогда проклятие будет искоренено. Mums būs jauna dzīve, jauna, jo mēs būsim jauni radījumi Jēzu Kristu. И начнется новая жизнь у нас, поскольку мы станем новыми во Христе. Bet ja arī kāds, kādam vēl pēc tam ir kāda problēma, un ir kā, viņš jūt, ka viņš jau nav pilnīgi atbrīvots, tad vienkārši vajag aiziet uz kādu draudzi vai uz mājas grupiņu, kur par viņu vajag individuāli palūkt un atbrīvot viņu no jauno draudzi. Но если кто-то почувствовал, что его жизнь еще не полностью изменилась, то Андрис рекомендует посетить домашнюю группу или какой-то приход и сделать так, чтобы за него там помолились. Un tad šis jaunais gars Jēzus vārdā izies no cilvēka un cilvēks būs vesels un cilvēkam būs jauna dzīve. И благодаря этой молитве злой дух изыдет из человека, и человек исцелится. Tagad skaitam grēku nožēlas lūkšanu. Dārgais kungs Jēzu, nāc manā sirdī, piedod manus grēkus. Jēzu, nomazgā ar savām dārgām asinīm viss mans grēks, kas man bijuši iepriekš. Es Tev pateicu, Jēzu, ka Tu esi nomirst par mani. Un es ticu, ka Tu tagad esi augšām cēlies. Es Tev lūdzu, dārgais Jēzu, piepildi mani ar svēto garu un izmaini manu dzīvi. Jēzus Kristus vārdā. Amen.